В этот день 5 лет назад торжественно открыли Нягинскую ГРЭС. На событии присутствовали президенты России и Финляндии. Эта страна приняла участие в строительстве. Такой высокий статус гостей объясняется значением объекта для региона. Мощности одного энергоблока Нягинской ГРЭС достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией город-миллионник. Всего же энергоблоков 3. Мощность станции запроектирована так, чтобы передавать ее потребителям на любые расстояния. Предприятие является еще и крупным налогоплательщиком округа. Так, за минувший год в окружную казну перечислено более 500 миллионов рублей. Само строительство объекта обошлось в 60 миллиардов рублей. Сейчас планируется вложить еще 60 миллионов, чтобы повысить надежность и экологичность станции, при том, что ГРЭС и так имеет высокие показатели.